Вас приветствует Алена Ариес. Как узнаете, какое счастье близко к вам? Прям очень-очень близко. Девочки, какое-то счастье, которого вы добивались, вот чего-то вы добивались в недавнем прошлом, и вот это как раз-таки очень близко к вам, но вы почему-то, я так понимаю, не видите этого счастья, которое рядом с вами. Что же это за счастье такое рядом с вами? Денежки, девочки, денежки. Много, конечно, по этому поводу могу рассказывать, да? И денежки идут от женщины. Здесь помощь, может быть, в трудоустройстве, может быть, какой-то совет для того, чтобы вы больше зарабатывали, чтобы у вас увеличилась прибыль или доход. То есть, да, может быть, предложение по работе, карьере, бизнесу или финансам. Женщина светленькая, у которой рыжие или белокурые волосы, светло-карие или серые глаза. Активная, целеустремленная, жизнерадостная. Женщина-лидер, очень сильная. Это может быть начальник. Начальница какой-то организации, да, может быть, куда вы хотите устроиться на работу или взять подработку дополнительно, да, может быть, связана с какими-то выплатами, потому что, ну, с деньгами. То есть в любом случае она связана с деньгами. Она готова вам оказать помощь, но вы почему-то этого не видите. Может быть, боитесь спросить, узнать, да. Вот такой есть момент. Боитесь, может быть, обмана со стороны этой женщины, или боитесь, что она вам откажет. Эта женщина возьмет кого-то вместо вас, другого. Вот. Также еще смотрите, здесь может быть оформление документов каких-то. Может быть, ждете повышения в должности, да, и тоже боитесь лишний раз спросить. Либо документов, то есть эта женщина может помочь вам и в получении каких-то документов, и благодаря которым вы, например, деньги какие-то получите, то есть оформление каких-то документов и после них получение денег.